вечер, друзья. Наступило время 120-го вебинара. Интересно, сколько их всего будет. Только я думаю, пора закругляться. В это время приходит несколько вопросов, и оказывается, что люди не знают ничего. Они пришли, дели вы кустики. Какие кустики? Кустарники? Нет, кустики. 5 минут уходит, чтобы понять, что какие кустики. Северяне требуют в основном черешни. А вот больше всего черешни, я ничего понять не могу. Я говорю, они у вас замерзнут. Берите лучше вишни с генами черешни, так называемые вегетативные гибриды, которые имеют вполне официальное название из 3 букв. Дюк. Вот. Сколько еще невежества, и часть этого невежества вы увидите сегодня. Но вот такие вот нас мало, и таких детей, которые от нас примут, примут, такие как Арсений вот, Мельников, вот он перед вами. Может, когда-нибудь фамилию сменит. Это мой как бы внук, названный внук. И вот получается, что строил я этот вебинар, а получилось, в конце концов, все пришлось переклеить. Почему? Только сейчас я получаю письмо. Только сейчас. Когда там фамилию-то слышали, он задавал вопросы, я отвечал. Прошло 4 года. Здравствуйте, Валерий Константинович. Благодарю всех за знакомство с вами. Это одно из самых значимых событий для меня. Я хочу, чтобы вы знали, что на Украине есть ваш последователь. Спасибо за вебинары. Внимание, самое интересное потом. Смотрю с удовольствием по понедельникам. Моему молодому саду питомнику 4 года. Основа ваши семена, косточки и методы. О, хочу заказать ваши книги. 20 штук. Я же глаза протер, такого не было. По максимальной стоимости. И передать через вас Юрию Лутенкову и Елене Савинич по 1500 рублей. Представляете? Мне сразу это самое. Вот серьезно, я же русских украинец. Мне сразу. Щены мерла Украина. Но мы тоже, россияне, не уступаем по благородству. Вот. Но приятно. Злоба, которая льется со всех телевизионных экранов, со всех каналов. Как я ненавижу всю эту сволочь, которая это учит нас ненавидеть украинцев, украинцев учат ненавидеть нас. Но наша передача не политическая. Значит так, 20 штук книг. Я тоже проявляю благородство и объявляю, что вы их будете оплачивать не по 600 рублей, а по 500. И сэкономить на этом 2000. Вот. По принципу, мы тоже это самое. Будем соревноваться с вами, украинцы, то только по благородству. Итак, 20 штук по 500 рублей.